Всем привет, привет, привет! Миллион, миллиард приветов, с вами снова Ариадна. Мы смотрим смешные моменты с Куплинова номер 42 по GTA. Смешная нарезка. По-моему, кстати, этот видос как раз-таки мне кидали на посмотреть. А я его отложила, и вот дошла до него наконец. Перед тем, как мы начнем, не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, подписываться на другие мои соцсети. Все ссылки в описании, в графе о канале. Возьмите себе что-нибудь попить, покушать. Я себе взяла попить. Хотя ролик, кстати, короткий, 11 минут всего длится. Ну да и ладно. Собственно, всем приятного просмотра. Катя, возьми телефон, да? Какая старая песня. Я помню этот, как... Я не знаю, из КВН эта хуйня или откуда-то. Но я прям... Я гоготал когда-то в свои молодые годы. Вот есть песня «Катя, возьми телефон». Это он звонит. А кто-то переделал ее прям так жестко, глупо, блядь. И от этого пиздец как смешно. Знаете, как там пелось? Там пелось как? «Катя, возьми сигарет». Это дед. Ну ладно, это забавно. Такая тупость, да? Ну забавно же. Нахуя я это вспомнил? Ну, захотелось. Мозг иногда, кстати, такое выдает, что думаешь, ёб твою мать, я должен был это забыть. Блять, кто вспомнил эту песню? Нахуй ты это сделал? Нахуй? Зачем ты ее вспомнил? Зачем ты ее напел? Садист, сука. Кто это сказал? Я не могу, нахуй. Ой, сука, возьми сигарет, бля. Испортили такую песню, там, романтика, там, вся хуйня. Тут, бля, дед такой, ебать, звонит. Нормально. Ебать, я в тупике. Ой, все плохо, нахуй. Все плохо, я в тупике. Бля. Настолько запелся, что забылся, куда ехать. А что такое там? Что это? Там что-то видно. Что там такое-то? Не знаю. Сам такого никогда в жизни не видел. Сам такого не видел, вместе с собой видел в первый раз. Что это за хуйня, не понимаю. Ну что, поехали? Поехали грабить, что ли? Все подряд. Так, что по бабкам? Сколько стоит заходик здесь один? Пиздец, а что так дорого? Сейчас скажут, что он не азартный. Чё, блядь? Это как так работает? Внезапно. Просто красиво. Окей. Сколько у меня было денег, когда я пришел? Главное не опускаться ниже этого порога. Сука, все, все пошли по пизде. Деньги кончаются опять. Вот я, например, очень такая... Типа, мне кажется, если бы я играла в казино... Я бы, блядь, нахуй была бы тем человеком, который квартиру нахуй продаст. То есть мне нельзя играть, это я точно знаю. 150 косарей! Мне прям нельзя играть. Тебя наебали, мужик, ты в казино. Понял. Я все понял. Вот это называется поперло, бля. Опять до сотки идем. Идем до сотки. Опять все вниз полетело вниз, нормально. Ну, все, сука, уходи, ты заработал. Все, мы уже почти рядом с 20-ки, да. Сейчас уходим. Уходим сейчас. Да, уходим, все, ладно. Слили что-то, похуй. Не получилось, не фартануло, не поехало. Бля, там еще летать можно. Хорошо, что я сохраняюсь постоянно, да? О, кстати, деньги-то, смотри-ка. Деньги-то на месте. 5 косариков-то можно и слить, в принципе, сейчас. И разочек вот с этим хуеплетом сыграем. Бля! Я вообще не понимаю, как в это играть. Блять, ебаный, сука, читер. Я в дурака-то ебаный, я тебе отвечаю. Ебаный читер. Когда играла. Да иди ты нахуй, ты меня там подтасовывает мне, падла. Он подтасовывает мне хуйню, я тебе отвечаю. Мои карты, бля, это карты я Таро. Все, это вот мой уровень карты. Это блядь. Параша, блядь. Сука, просто нога ебаный стекла. Мудак. Сука, моя, ты мразь какая, что ли, я не понял, или охуел совсем. Бля, опять в долг пошел. Твою мать. Ща я остановлюсь. Ебать, все. Минус все, пошел. Останавливаюсь. Все, 18, нормально, хватит. Нет! Да, кнопка! Конечно, Ювин, хорошо. Все, иди оттуда. Нормально, идем, бабки наши. Я просто ебашу. До сотки, да, идем до сотки. Блять. Что-то бабки ушли назад все. Да какой ничья, иди ты в пизду, он читер сраный, я тебе реально говорю. Да блять, какая тварь. Как любое казино. В долги пошел. Пизда. А эти деньги надо как-то возвращать. Все, хорош. Сам виноват, пошел в казино. Да надо было остановиться еще в прошлый раз.
Да, опять Казиму денег занял. Потом... Опять занял этому гребаному Казиму. Потом, блядь, ну, придут коллекторы, ноги ломать. Не смешная, конечно, ситуация с коллекторами постоянно, ну, блядь. Меня почему-то всегда смешат фразы «коллекторы ломают ноги», не знаю Invite почему. Просто добавь воды, кстати, классно, да. Блин, короче. Да опять ты же... Слышь. Сюда подошел быстро. Ты уже в минус играешь. Иди ты нахуй, гондон, понял? Пошел ты нахуй, чмо. Нихуя он денег должен, минус 27 тысяч. Сука, опять в долгах весь нахуй. Блядь, 27 тысяч. В долгах, как в шуках. Ебал я в рот это казино, знаете, что я вам скажу? Можете где-то зафиксировать. Ебал я в рот это казино, я больше туда не пойду. А то писали тут, ебать, эти сказки. Да я в казино миллион поднял, да я тоже 10. А в итоге играли-то просто как эти, блядь. Согрузился, сохранил, загрузился, сохранился. Так хули играть? Так смысла нет вообще совершенно. Сейчас верну деньги назад и все. Я чё, просто сбил какой-то мудак. Ну чё, отыграемся? Давайте отыграемся. Сейчас отыграемся. Миллион, блядь, миллион. Я ебу, миллион, блядь. Я детство только возьму-то. Вы что, обкурили что здесь все? Он заебал меня, врач, блядь. Еще. Хорош. Да иди нахуй, все, уходим. Пиздо, иди в пизду, понял, лох. Говна, кусок, сука, с бабочкой, чмо, блядь. Вот какой же, блядь, мудак, ну я просто не понимаю. Как можно быть таким мудаком и подмешивать карты, подтасовывать, падла? Он подтасовывает, сука, карты. Да сто пудов, чтоб ты проиграл. Обязательно. Подтасовкой, мразь, какая скотобаза, блядь. Ой, говнюк какой, а? Какое же падла. Ну вот, ну видно же, что подтасовывает. Да, ну, сидит, же, карты из рукава достает. Видно, что он подтасовывает, потому что всегда, когда у меня, блядь, 12 или... Точнее, всегда, когда у меня 13... Он мне все время даст десятку. Все время, блядь. Все время он мне, мразь, даст десятку. Все вы... Это не его работа. Его работа пизды получить за такие махинации. Вот его работа. Я заебался уже ходить в долгах. Это не смешно. Это нечестно. Это глупо. Я не буду больше играть в это ебучее казино. Так нельзя просто нелепо загонять себя в долги. Нельзя. Нельзя. Это глупости. Так, а что я делаю-то? Нахуй сюда пришел. Зачем я это делаю опять? Серьезно? Серьезно? Вы что, издеваетесь надо мной? Блин, давайте тысячу одну отыграем. Просто одну тысячу отыграем сейчас и все. Так, готово. Да пиздец, он читер, я теряю. Ну это хуйло. Это просто хуйло, это нельзя выиграть. Да-да-да. Не, ну серьезно? Серьезно, вот это серьезно, да? Пошел ты нахуй, понял, чмо, блядь. Ебать, как это, короче, сейчас напряжно, очень сильно напряжно. Я реально могу не успеть. Твою ты, блядь, ебанутый, что ли? Да куда ты? Куда? Отстань! Ты что ты делаешь? Ты ебаный валенок, блядь! Ну, сука, блядь, дебил. Ему еще ж ехать далеко, да? А, нет, вон он. Три, два, один! Бам, блядь! Нет, успел. Нет! Когда играю, и у меня что-то не получается. О! Работаем по схеме умножения на 2. Отыгрываем бабки. Я нажал дать! А там один хуй 21, блять. Как там можно выиграть, сука, этого ублюдка? Я выиграл деньги в казино. Ебать. Все, не играй, уходи оттуда, уходи, 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 уходи. И не приходи. Нет, больше в казино сюда. Я больше все. Пизду, это казино, это говно, это наебало полнейшее, знатное. Казино я больше не ногой нахуй. Тупо за заданием и все. Нормально. Сейчас в казино пойдет, да? 21к можно и в казино. Хватит совращать меня в казино. Это плохо. Блин. Смешно, сука, да. Так, ладно. Пошли, до сотки попробуем поднять. Сейчас посмотрим просто, где получше будет. Сейчас вот либо тут. Так, 5. Почем вот эти пидоры дают, интересно? Они вот эти вот. Вот тут выиграть сложнее, человек. Хотя и автомат может. Как с ними можно играть? Они меня выигрывают постоянно. Это неправильно. Это, блядь, неправильно. Они читеры ебаные. Давай, окей, поехали. Красиво. Это казино! Все, путь к сотке пошел. Путь к сотке пошел. Идет путь к сотке, нормально. Не дойдешь. Я уже в минусе, я ебал. Пока нет.
Он даже шанс пока не нет, дает. Скоро а будешь в минусе. Правильно, зачем мне это нужно? Нахуй мне давать шанс, серьезно. Зачем мне давать какой-либо шанс? Мне просто интересно, зачем? А, ну вот, минус 100 тысяч, да, у него получилось. Умничка. Ясно, понятно. На этом как бы и все. Какой кошмар и ужас. На этом как бы и все. На этом как бы и все. Я ворвался к ним и буду пиздить их. Просто они меня заебали, серьезно. Кто нахуй в меня стреляет? Это, блядь, просто невозможно. Меня наебали. Где мои деньги, я спрашиваю? Где, блядь, мои деньги? Где, сука, мои деньги? Где они, блядь, быстро показали мне, где нахуй мои деньги? Иди, где, блядь, мои деньги? У тебя мои деньги, сука? Или у тебя, блядь, мои деньги? А вот мои деньги, смотри-ка, я вижу, вот они. Вот они, мои деньги, хорошо, вот они, хорошо, хорошо, хорошо. Где мои ебаные деньги? Они же не могли просто так уйти в них. Я тебе сейчас когда пришел разбираться. Постреляю, падла. И тебе тоже как постреляю сейчас, блять. Где нахуй мои деньги? Я спрашиваю, где, сука. А нечего было их проигрывать. Кто это нахуй делает? Все. Живой, короче, прикинь, хуй, который меня выиграл, он живой, блять. Внезапно, да? С кем мне еще здесь поиграть? С кем еще мне поиграть? О, а здесь другие, кстати, автоматы. А, нет, те же самые. С кем еще мне поиграть, я спрашиваю, с кем? С кем еще мне сыгрануть? С тобой? Давай с тобой сыграем. Окей, кто еще? О, смотри, деньги. Классно. Просто охуенно. Ладно, все, давайте. Повеселились и хорош. Все, пришел, непонятно, что устроил, ушел. И всем пока. Вообще. Я не буду читать звонок, просто закончу. Все, до свидания. Ну, такая получилась реакция. Надеюсь, она вам понравилась. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. И всем пока!